Любой субъект способен все эти полномочия решать. Доверяйте, что вы боитесь? Если этот руководитель субъекта не подходит под эти задачи, меняйте их, оказывайте недоверие. Ну, как с Москвы можно с такой огромной страной управлять? У вас есть руководители регионов, им надо доверять. У нас вот 85 регионов, они разные. Возможно, для кого-то вот какие-то решения, они подходят и хорошие, а для кого-то это уже будет как бы влиять отрицательно.